фармер. มันเก็บตัวหอยน้ำกีฬานะได้ป่ะเก็บได้ป่ะนึกก็เดือดละตัวหอยหอยหน่อยก็เอาเหรอหอยหน่อยบ่เอาอันนี้มันนี่ว่าเอาซันนี่แหละแต่บ่เอาหน่อยเฮ้โอ้ดหอยเนี่ยโหใช่บังเอิญเออโอ้กีฬาก็ได้โงเปียกหมดแล้วกินแล้วโอ้กันเด้อกีฬาเห็นบ่นี่ตัวนี้ตัวนึงนี่ตัวนึงคิดดูเอ๊ะกีฬาอยู่นี่นะกีฬาอยู่นี่นะนี่ป่ะอันลมอันลมอาตัวซันนี่บ่เอาเนาะง่ายปูดนั่นเอ๊พี่นี่นะอันนี้กูเอาเนาะเอาไปโคตรโหยมันนี่กูโอ้จนตื่นเป็นกองเลยโอเคได้แล้วเอ๊ะเห็นแล้วบังดูบังกลดูก้นเปียกหมดแล้วนะเตะก้นมันลงข้างหน้าค่ะนะนี่มีตัวปักเนาะอ่ะอันนี้กินมาที่ต้มกินปักหันอ่ะอันนี้ก้นแม่อ่ะจุกไปไปกันเถอะเอ๊ะว่ะอยู่หันไอ้เดียวไอ้เดียวเราได้จุงมือไปอ่ะหน่วยหนึ่งมันหน่วยต
ต้นหน่อยพดบู่พดหน่อยได้เอามันเหรอฮะเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อนิดนึงอุ้ยเต็มมือเลยจะถงจ้ะจะถงจ้ะดูเองละดูนี่คนเตียกหมดแล้วหันคิดล่ะว้าวมือว่านยังบุเลิกปันนี่นะมือว่านเข้ามาเก็บนี่มันลอยว้าวคือจังคือท่วมหอยวะไม่หอยหน่อยล่ะВ каком-то из видео. На топле. В каком-то из видео я, короче, покупала. Вкусняшки детям. Ягбо. Экономбо. Кит. Спасибо, не? Еще и лапши на это, да? Покажи мне. Покажи на это. Еще Лаем дала любимую, короче, эконом детей. Это вот быстрорастворимая лапша. Пошли обедать ей. Радуются. Им это вкусно. А потом, говорит, поедите и приходите. Будем, короче, улиток готовить. Буфет у птиц. Улитки. Нам несут улитки. 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 Ледо, ледо, улитки. Улитки. Детеныш несет улитки. Показывай мне. Ой. А, и мы лам и ной นึง. Ты бы лам мы ль. А, а тебе кэ. Тукал мне. Туай мы сау.
ไหมนะЛёлик попросился в домик, он там тусит. Ну, сам попросился, пролетел туда. Вот, а малой, он пришел и все, короче, разведывает. Все ему интересно, все, он там, я его не трогаю. Пошел, там что-то поклевал, туда запрыгнул, сюда что-то попробовал. Осваивается, короче, осваивается малой. А у нас сейчас будет дегустация улиток, которые они вон собирали. Разогнался, и со второго раза получилось. Так, в рецепте к улиткам еще есть лимонграсс. Они вон пошли надрали в огороде. И что еще? Байков лимонлив. И листы эти от бергамота. Классно, когда все можно взять на огороде. Я показывала уже, еще покажу, как растет бергамот. Вот это дерево, это бергамот. Вот, и бергамот очень похож на лимончики. Только маленькие, что-то я не вижу, найду. Ну, короче, их тут много было. Поближе подойти. Только маленькие, как лимончики, и такой характерный запах. Да, ну вот так растет бергамот. Говорит, ты принесла новую кастрюльку. Я, говорит, пошла, взяла старую кастрюльку, а то, говорит, будем в старой варить. Так, рецепт улиток, кто если захочет повторить. Лимонграсс помыть, поломать. Можно побить еще, но елей, наверное. Новая газовая плиточка. Ой, меня обкакал Дынька и мой новый друг. Вот Лай, короче, посолила и поставила вариться. И будет сейчас делать это соус, да? Будет делать соус. Для этого нужен перец, чеснок, тоже все с огорода. Вот
сейчас поедем сам. Угу. Говорит, оставлю тебе, сделаем, посадим. Вот. Давай готовить соус, чтоб в штуке не тулить. У меня батарейка села, на. Not battery. Батарея, не? Yeah? I think that's not enough strong. Попиням петик. Нома, там. Прогресс прогрессом, но половозки практичнее. Мне кажется, лаосам, которые живут в деревне, не обязательно спортзал и вообще спортом заниматься. Они постоянно что-то таскают, что-то, короче, толкут, что-то там делают. Лучше эксерсайз. Лучше, чем вот эти вот фитнесы всякие. Вот два в одном. И полезно, и полезно. Улиточки кипят. Говорит, 10 лет не готовила соус. Говорит, не помню, как должен быть. Говорит, наверное, готово уже. Покажи, покажи. Говорит, они когда вот так открываются, заслонки вот эти вот, если отлетели, значит, готовы. Чтобы горячими не были, нужно их на улицу вытащить. Кто идет? Дам еще один. Чешет самостоятельно. Воду сейчас принесу. Будете ругаться, водой буду разливать опять.
Понятно? Оба два. Не ругаться. Любить друг друга. Сейчас будем все кушать улиток. Вай учит детей, что не надо все бросать на улицу, потому что зубочистками их едят. Потому что, короче, ну не надо срать на улице. Вот, говорит, в пакет кидайте. ก้นมันทอดอ่ะขี้มันออกอ๋อมีออกดีๆมีอยู่บ่มีนี่สีส้มๆอันนี้นี่อืมอันนั้นนั่นแหละจับดึงออกเลยอืมฮะจับเจ้าบ่นี่ถ้าจะเจ้ากี่ล่ะนั่นนั่นเด้ออันนั้นบ่ออกก็ได้บ่เป็นเด้อจําเลย А вот сейф, вот меняю одной. Лай мне помыла улиток, то есть их еще важно правильно есть, то есть там еще какашки, которые нельзя есть. А потом макаешь это все в соус. Да, это вкусно. Короче, улиток надо мыть. Если вы хотите, чтобы вам было вкусно. Я сейчас сама попробую. Вот так ее выковыриваешь. Яйца какие-то. Что это такое? Бахну. Обами. Вот бами. This вот inside какашки? Да. Not hot too. This? Don't Что-то, говорит, надо вытянуть. А остальное, говорит, можно есть. Она говорит, во Вьентьяне, конечно, они едят эти штуки. Говорит, во Вьентьяне вообще вот так едят вместе с какашками. А я, говорит, какашки... Мы в деревне эти какашки не едим. Надо все помыть, выковырить. Мама. Да. Да. И съесть. Я вроде научилась их чистить. Лай говорит, что они уже с утра постояли в воде, поэтому часть какашек у них ушла. Ну вот сидим точим. Вкусненько чё. Ну что, у меня сегодня с утра была лягушка. И вот улитки. Чем кормят, тем и едим, называется. Да ладно, я шучу. Мабелич, помню, вот кинкал. Слушайте, ну улитки вкусные, вон там ребятки еще хомякают, и детеныши такие сидят. Сэп, это вкусно, сэп. Короче, им нравится. Илай вкусный соус приготовила, хоть и острый. Прям острый, сижу водичку пью. Скажи, вкусно? Вкусно, мама. Нет. Вкусно. Не отвлекай, говорит, дети. Не мама. Вкусно. Вкусно. Сэпо. Сэп, как он вкусно, хотя бы. Пай Паттайя, туккон дай по саласия, мин дай булум. Амин. Дайте привет. Привет, привет. Хен фаланг бы, вау, привет, окей? Пока, пока. Я говорю, поедем в Паттайю, если увидишь там белого, говори ему привет. Все по-русски будут говорить с тобой. Доставка воды до дома. Машину теперь далеко запарковали, попросили брата машину привезти, принести воды, а он прям раз такой, короче, и на мопеде. Класс! После вкусного обеда надо поспать. Давай!
Ветер такой классный. Прям погода зашибись, не жарко, прям огонь-огонь. Прям класс-класс. Хоп-тай. Лёлик прилетел кушать. Да, да, про тебя говорю. Да, да, ты пролетел. Выбирает. У него есть любимые там составляющие корма, а есть средние, а есть не очень. Я выплюнула, какашка. Ешь, ешь. Все тебе. Блин, вот ты засранец. Там еще дынька есть, Лёль. И драгонфрутики. И пошел. Нектаринчики. Кин баку даси кин нам. Минде. Эппун. Бумен. Момент кому? Як ці мануєн? Сімною, ну. Я сіла. Ти що розкидуєш? Єш, що нравиться, що викидуєш, що не нравиться, а? Жопа. Лёлик, мане? Лёлик? Мане? Ма? Кин ба? Лёлик? Мне, мама, и ко, мане. Лёлик? Абу, ау, не. Абу, ау, кин ба, ля-ля, Дождик начался, да? Дождик начался, забрали Лёшеньку. Забрали Лёшеньку, там такой дождик. Холодно тебе было? Холодно тебе было? Он так разговаривал только что, пока я камеру не взяла. Ну поговори со мной еще. Ну поговори, моя Лёшенька. Мой маленький Лёшенька. Ты такой малюсенький, замерз. Начался там ливень, прям ливень-ливень, и я побежала его забирать из вольера. Домой, птичка. Ну, поговори. Ну, расскажи мне. Он уже со мной немножко разговаривает. Лёшенька моя. Иди. Иди на лёшку, да? Тебе нравится сидеть у меня на пальце, да? Прям на пальце нравится сидеть? Лёшенька моя. Лёшенька моя. Ложка моя, ложка. Или Лёнька. Кто тебе больше нравится? Кем будешь? Лёшка или Лёнька? Лёшка или Лёнька? Ну иди на плечико, иди. Иди на плечико. Нет, не пойдёшь. А на это пойдёшь? Да. Так поговори со мной. Что ты кряхтишь? Кто кряхтит, моя птица? Моя птица кряхтун. Моя птица кряхтун. Лёшка моя. Лёшка, ложка. Лёшка, ложка. Что такое? Что ты насыпившись? Пойдём, я тебе чем фруктиков дам, пойдём. Фруктиков будешь? Фруктиков будешь? Какун мой. Фруктиков. Будешь дыньку? Дыньку будешь? На, жуй. Ну, пожуй. Ты там наелся, что ли, всего? Сейчас скажут опять, что я тебя насильно кормлю, а у тебя стресс от дождя. У тебя есть стресс от дождя, а? Лёшка моя. Лёшка моя. Лёшка моя. Лёшка моя, Лёшка. Кто моя тыковка? Кто моя сладкая тыковка? Ты моя сладкая тыковка? Ой, вот так вот. Ты моя сладкая тыковка? Деда моя сладкая. Ну покажись хотя бы.
Ну покажись, иди ко мне, поцелую тебя. Иди поцелую тебя, Крактон. Дети позанимались английским слайм и мороженки точно. А у нас тут дождь. Еще очень кайфово, когда идет вот так дождь, прохладно. Кто у меня кряхтун? Кряхтун? Кто кряхтит? Кто кряхтит? А? Кто кряхтит? Кто моя кряхтун? Что такое? Куда ты там все прячешься? А? Что ты там прячешь? А, Леха? Леха моя. Иди сюда. Иди, моя Леха. Леха, Леха, Леха. Кряхтун? Кряхтун. Ой, срун ты, а не кряхтун. К деньгам. Да? Ты к деньгам? Ты к деньгам на меня насрал? Мне пусть нет. Лай, наварила риса. Разморозила под капау из 7-Eleven. Или моя индианка, ты кинь, кау, кау,